свою книгу, которая называется «Магия денег». Вот она так выглядит. В этой книге «Магия денег» есть такие слога. Сейчас я прочитаю. Итак, о чем эта книга? Первый секрет: уберите черви из тела, замените слово «тратить» на слово «покупать», радуйтесь деньгам онлайн, радуйтесь чужому успеху, якорите, помогайте родителям деньгами, помогайте деньгами тем, кто в них нуждается. Будущее никогда не произойдет, если о ваших планах знает много людей. Секрет 10, страница 30. Открываем страницу 30 и читаем ее. Угу. Секрет 10. Будущее никогда не произойдет, если о ваших планах знает много людей. Держите свои желания в тайне. Многие совершают ошибку, хвастая успехами своими. Если у вас в планах крупное приобретение, подписание выгодного контракта или что-либо другое значимое для вас, всегда держите это в глубочайшей тайне. Если вы собираетесь начать новый бизнес и спрашиваете совет у родственников и знакомых, можете дело и не начинать, ничего не получится. Как это устроено? Когда другой человек слышит от вас о ваших планах, он может блокировать энергию вашего начинания, энергии своей зависти. Энергия вашего потенциального начинания всегда слабее, чем энергия зависти, которую излучают завистники, так как они ее нарабатывают годами. Поэтому запомните, если вы что-то начинаете, держите это в большом секрете, никому ни слова, рот на замке. Это моя книга, которая называется «Магия денег». Очень рекомендую.